Музыкальные инструменты, кухонная утварь, куклы, национальные костюмы. С традициями амшенских армян гостей фестиваля знакомит выставка. Через эти предметы можно прикоснуться к богатой истории амшенцев. Организаторы первого фестиваля амшенской музыки, солисты сочинской группы «Друзья», поют про историческую родину собравшихся – амшен. И обязательно звучит знакомая каждому амшенцу мелодия кеменче. Это вдохновляющие мелодии, песни о наших предках. Очень затрагивают душу. То есть это наша культура. В первом фестивале амшенской музыки приняли участие меньше десятка исполнителей, но каждый из них попытался в песне, танце или играя на традиционных для амшенцев инструментах еще больше рассказать о богатой пятивековой истории своего народа. Сейчас мы решили о том, чтобы восстановить эту культуру, восстановить культуру амшенских армян, их быт, их историю. И этим самым амшенцы тоже армяне, чтобы обогатить историю армянского народа, обогатить армянскую культуру. Фестиваль амшенской музыки в Сочи провели впервые. В планах сделать его традиционным. И прямо во время фестиваля рождается еще одна идея. Ее озвучил первый заместитель председателя Союза армян России. Гамая Кустьян предложил проводить в Сочи Дни амшенского языка, чтобы не забывать свои корни. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.